Добро пожаловать на канал HardGadgetInfo, друзья. Это устройство Redmi Note 9 Pro Max. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве включить режим экономии вашей батареечки. Итак, вначале открываем настройки, затем спускаемся вниз и выбираем пункт питания и производительности. После чего нажимаем экономия энергии, ОК, и вуаля, срок службы аккумулятора продлевается еще на достаточно большое время. Но это всего лишь 29 часов, подумаешь, сутки. Но ультраэкономия энергии поможет вам сэкономить настолько много заряда, что хватит его на целых 177 часов. А это нереально большие цифры. Это практически неделя. Ух. Ну, это сильно. Конечно же, вам доступно только несколько приложений. 3 по дефолту, плюс еще 3 какие-либо другие. Вы можете даже больше добавлять, то есть целых 6 добавить, но желательно использовать не больше 3 каких-то своих. Ну что же, тогда у нас получается целых 9 дополнительных приложений. И все, по сути. В правом верхнем углу нажимаем на значок выхода для того, чтобы выйти из этого необычного режима экономии. Ну а на этом все. Если вдруг появились вопросы и вы подписчик канала, тогда задавайте их в комментариях, будем на них отвечать. Если вы не подписчик, скорее всего, мы ваш комментарий не увидим, потому что комментариев в последнее время стало очень много, и мы не успеваем читать комментарии не подписчиков. Поэтому не переживайте, все будет хорошо. Что ж, спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!